8 и 9 сентября в ОМВД по Пушкинскому району Санкт-Петербурга поступили заявления от пожилых граждан, проживающих на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга, о том, что некая группа лиц под видом сотрудников газовых служб совершает мошеннические действия, предлагая по многократно завышенной стоимости газовые плиты. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий данные граждане были установлены и в последующем в рамках возбужденного уголовного дела задержаны и помещены в ВВС. В отношении задержанных планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. 14 мая 92 года рождения. За что задержаны? Не знаю. Ранее были судимы? Да. По какой статье? 158. Где отбывали наказание? В Рязани. Число, месяц, год рождения? 28.06.86. За что задержаны? Подозрение в мошенничестве. 159.02. Ранее были судимы? Нет. Число, месяц, год рождения? 25 декабря 1962. За что задержаны? 91 или 92 статья. Ранее были судимы? Нет. Число, месяц, год рождения? 16 июля 1984 года. За что задержаны? По подозрению 159, часть 2. Ранее были судимы? Нет. Девятого числа, где-то после 3, звонок в двери. Я открыл, молодой человек представился, что он из газовой службы. Можно посмотреть плиту? Он прошел, посмотрел плиту. Плиту надо менять. Я говорю, я стою на очереди. Он говорит, у меня бабушка, ветеран войны, и ей сказали, все, что в квартире, какое оборудование есть, надо менять за свой счет. И он предложил, вот у нас, мы вам заменим плиту, она стоит 64 тысячи, мы вам ее за 32 тысячи. И он позвонил, так, зарезервируйте мне плиту. И тут же два мужика притащили эту плиту, мне сразу закралось сомнение. Ну а этот напирает, что все нормально, у меня пенсия и плюс еще 5 тысяч улетели бандитам, этим мошенникам в карман. Будьте внимательны, осторожны, не доверяйте так же, как я вот открыл дверь, пустил, кто он, никакого удостоверения не спросил, ничего не спросил.